Мототранспорт, в отличие от автомобиля, имеет другую специфику движения – повышенная маневренность, меньшие габариты. Неосторожность водителей мопедов, скутеров и мотоциклов чаще всего приводит к возникновению аварийно-опасных ситуаций на дорогах. Нередко водители мототранспорта сознательно нарушают правила дорожного движения, рискуя собственной жизнью и жизнью пассажиров. Лихачат, опасно маневрируют на дороге, выезжают на встречную полосу, ездят без обязательной экипировки. По Смоленской области аварии с участием двухколесного транспорта нередки. Десногорск выделяется на фоне обстановки в регионе. В нашем городе нет мотогонщиков. В основном все владельцы железных коней ведут себя на дорогах корректно. В нашем городе на данный момент с мотоциклистами это стабилизировалось. Все соблюдают правила дорожного движения. Все ездят в мотошлемах, соблюдают скоростной режим. В ночное время себя ведут спокойно, адекватно. Практически никто не нарушает правила дорожного движения. Вот у нас уже благоприятно сложилась обстановка. Десногорский мотоклуб «Сталкер» активно взаимодействует с госавтоинспекцией, регулярно совместно обсуждают вопросы условий безопасности движения на дорогах города и помогают в решении проблем. Участники клуба считают, что быть байкером – это не только образ жизни, но и большая ответственность. Правила дорожного движения соблюдать нужно на всех транспортных средствах, не обязательно на мотоцикле. Но на мотоцикле езда имеет свои особенности, поэтому нужно быть как можно более аккуратным, внимательным. Стараться не нарушать скоростной режим особенно, то есть рассчитывать и смотреть по сторонам. Байкеры – это не гонщики на мотоциклах. Мы интересуемся байкерским движением, участием в нем. Это нечто иное, чем гонки на мотоциклах. Это стиль жизни. Мы получаем удовольствие от езды на мотоциклах, от путешествий, от туризма. Мы пропагандируем это и вовлекаем это, стараемся вовлекать это в массы. Ну а гонщики на мотоциклах мы по возможности и пресекаем это тоже в городе, когда видим подобное происходит. Вот. Мы заинтересованы, чтобы в нашем городе было тихо и спокойно. Такие мероприятия носят не только профилактические, но и воспитательные цели, чтобы научить всех участников дорожного движения взаимному уважению и осторожности на дорогах.